Все, убираемся отсюда. Там не копай, там выход подземелья, нам опасно здесь, в принципе, сейчас. Подземелье. Надо найти как-то чуть боковее выкопать. Капец. Так, все, выкапываемся из этого дерьмища. А, я забыл свою печку. А теперь этот смех на всю жизнь запомню. Что это за смех? Через 2 минуты просто апокалипсис начался. Да, блин, палок нету. Построй палки. Уже построил кирку, делаю, но рядом эта хрень, тут ходят за именно хором. Ты где там? Ты далеко ушел? Да, тут понятно. А ты типа строишь. По кругу строишь, да? Я ну думал, да, типа... лесенка. Я обычно тупо вверх копаю. Ну это да, у нас хп мало, мы можем на гравии выкопаться и сдохнем. Сразу инстантли. Ну я чувствую, наверху еще что-то есть. Да, да, там туннель, я закопал туннель, который выкопался и вот осторожнее, в стенку. Осторожнее, у меня 6 диамантов. У меня 9. Ну я чуть исцелился, у меня 3, 2.5, о боже. У меня 2.5 сердца. Чуть подрегенился. Давай, давай, копай. Я прикрою сзади как-то. В принципе, опасности нету никакой. Не должно быть крипер. Остался один. Капец, это крипер просто. Боже, почему не взорвался? Нет, experience. Мы реально умереть вдвоем, типа, я думаю, ну все, мы умираем вдвоем, а то он не взрывается, я думаю, ну ладно, типа, я по нему вижу этот силуэт, который мелькает через меня. Ты понимаешь, что мы вдвоем, типа, я понимаю, что я мечом, если ударю, то ударю тебя с полсердцем. Я, кстати, ударил, походу, но, я не знаю, то ли щит сработал, я, кстати, прикрывался за щитом, думаю, да нет, наверное, не сработает, лучше бить. Полсердца слишком мало. О, гравий, нормально, да? Сейчас бы сдохнуть. Гравий. Давайте здесь. С этими диамантами капец стрёмно. Воу. Боже, это куда-то выкопался. Это ужасно. Вроде еще тихо. Одна шахта, да? Тут вроде тихо. Да, зачем же? Тишина обычно убивает все. Так, я закапываю сразу в проход. Все. Че, алмазы в руках держишь, чтобы не забыть? Не, это бред с алмазами ходить. Стой, меня не убей. Обычно это кто-то копает, хоп, и все. Тут уже рядом пойдет. Земля уже пошла. Сейчас такая вода или лава, плюх. Есть что-то? Сейчас, секунду, я себя выкопаю. Штучку. Да. Ночь. О, свобода. Это ночь. Ночь? Да. Вообще, я прям кое-что забыл делать. О, так мы возле дома чего-то выкопались. Слышишь? Там много крипов, в принципе, так что лучше не вылазить. Но мы выкопались возле чего-то дома. Сейчас проверим, чей это дом. Я так и знал, что это будет чей-то дом. Не выкапывай, там крипов много, на самом деле. Да? Угу, тебя со стрелы убьет. Печально. Ты откроем одну там ступеньку, что ли. А, можно прикрываться справа щитом, вол. Там слизни где-то. Угу. Слизни, да. Они не опасные. У нас хп маловато, даже если слизни. Он тебя убьет. О, хп. Ладно.
Что там проверим? День? Ночь? Я думаю, там еще ночь. Или день, пофиг. Давай, раскапывай. Вау. Свобода. Сейчас такой скелет. Крипер, крипер рядом. А, это слизень? Наверху. Наверху? Угу. Вот дом чей-то, видишь? А, ну мы вы... Ларигру. Секретный выход тут остался. Ты что, закрыл уже выход, да? А, вот он. Я тут факел поставлю. На всякий случай. О боже. Уже места в инвентаре нет. Я нашел овцу.